двери на поляне. Костя, ты второй. По очереди. Давай, давай. Пожар. Сеня тушит пожар. Или развел Сеня пожар. Сеня тушит. А, тушит, да. Собственной кофтой пожертвовал. Ну, кого еще? Здравствуйте, ребята. Привет, привет. Привет, привет. Идемте, присядем. Меня зовут Света, а в гостях у меня сегодня Костя и Юля. Ребят, скажите, вы знаете, где вы оказались вообще? Нет. Нет? А хотите узнать? Да, да, очень. Ребята, вам выпала редкая удача. Вы оказались в стране безопасности. Это удивительное место. И сейчас я объясню, почему. Но рассказывать об этом я буду не только вам, но и нашим маленьким телезрителям. Итак, это единственное место на Земле, где с вами никогда ничего плохого не случится. Мы с вами в течение 4 дней будем не только учиться основным правилам безопасности, но и постараемся объяснить их нашим телезрителям. И второй очень приятный момент – это конкурс, поэтому мы с вами будем соревноваться, и тот, кто по итогу выиграет, получит приз. Ну, а тот, кто проиграет, без подарка тоже не останется. Но для начала я хочу познакомить наших маленьких телезрителей с главными героями нашей сегодняшней программы. Добиться успеха непросто, а уж попасть на телевидение и стать ведущим программы и того сложнее. Если кто-то думает, что детям это дается проще, сразу скажем, это не так. Героям нашей первой недели тоже пришлось пройти через трудное испытание, которое носит непонятное иностранное название – кастинг. Мечта у тебя есть? Да. Расскажи, если не секрет. Я хочу... Что? Поехать на пляж, там быть 15 дней. Именно такой незабываемой оказалась наша первая встреча с Костей, так что у всей съемочной группы не осталось и капли сомнения. Это наш клиент. А так как красивых и умных девочек во время кастинга оказалось больше, то и выбор был еще более сложным. У меня мама хорошая, умная. И всегда, когда мы голодные, готовят нам есть. Какая хорошая мама, действительно. А папа, он, конечно, и хороший, но не всегда. Скажем честно, достойных претендентов оказалось предостаточно. Но выбор сделан, и первыми в бой вступают Костя и Юля. Юль, смотри, здесь дети в лесу оказались и пожар устроили, испугались. Видишь, как? Ну, вообще без взрослых в лес ходить нельзя, ты это знаешь? Да. Ни в коем случае, да. А, Костя, что ты делаешь? Костя, спички? Ты знаешь, что спички – это враг детей номер один. Они очень полезны, но только в руках взрослых. Ребята, а вы знаете, что может произойти от неосторожного обращения с огнем? Да. Что, Юль? Может загореться дом, квартира, и если даже пожара нет, не такой резкий дым, то можно дымом, ну... Отравиться? Да. Да? Костя, согласен с Юлей? Да. Можно даже просто обжечься, правильно? Да, вы совершенно правы, от неосторожного обращения с огнем может произойти все, что угодно. Но, ребята, разговоры разговорами, а нам с вами нужно приступать к нашему первому испытанию. Ребята, слушайте внимательно условия конкурса. Вам необходимо будет ровно за 1 минуту, у меня секундомер, я время засеку, выбрать на доске, вот у каждого из вас своя доска, выбрать правильные рисунки. На правильных рисунках должны быть изображены ситуации, которые могут привести к пожару. Понятно? Да. Итак, готовы? Да. Время пошло! Секундомер. Ребята, кстати говоря, это у нас все-таки конкурс, поэтому у вас будет возможность зарабатывать баллы. Я буду вручать вам фишки за каждый правильный ответ. Вот они у меня здесь хранятся. Так что давайте приступим уже. Юлечка, давай твои рисунки, посмотрим, что ты там отобрала из того, что было на доске. Итак, первая картинка. Здесь у нас что? Утюг на гладильной доске.
оставили, случился пожар. Верно, молодец, это ты правильно определила. Так, это уже тебе одна фишечка, потом я тебе уже выдам, когда все посчитаем. Здесь, в лесу дети, пожар, ты тоже. Второй, молодец. Здесь животные в лесу, и тоже у нас пожар, еще и подписано. Спасите лес. Тоже верно, это уже три фишечки у тебя. Вот, здесь тоже явно понятно, что пожар случился, да, Юль? 4. А здесь у нас что? Что здесь? Мальчик зажигает спички. И вот уже горит ковер. Вот тебе и дела. 5. Итого 5. Умничка. 5, правильно? Да. Так. Вот, получи свои 5 фишечек. Костенька, давай свои рисуночки. Здесь у нас дети играют со спичками. Правильно, Костя, молодец. Здесь тоже дети балуются. Вторая тоже правильно. А здесь у нас что? Кастрюля загорелась. На кухне. 3. Молодец. Ну, здесь понятно. Коробка со спичками. Вот пожар. 4. Здесь мальчик. Наверное, поджечь хотел будку собаки. Смотри, какой вредный мальчик. Даже... Ох, мальчик, мальчик. Итого у нас сколько? 5. А здесь тоже пожар 6. Ой, того у Кости 6. Костя получает 6 фишечек. Костя, держи. Ребята, а вы знаете, что далеко не все дети умеют правильно вести себя при пожарах? И, ну, есть люди, которые знают о пожарах практически все. Как вы думаете, где и кем они работают? Пожарниками. А где они работают? Пожарные. В МЧС. Ребята, привет! Меня зовут Мария Александровна. Я работаю в Министерстве по чрезвычайным ситуациям. На этой неделе мы разберем с вами 4 случая из жизни и узнаем, как избежать беды. Согласны? Да. Давайте представим, что вы остались одни дома и поставили греться электрический чайник. Приходите, а чайник в огне. Что вы будете делать? Давайте отвечать по очереди, а за каждый правильный ответ вы сможете заработать 2 фишки. Так, Юля первую руку подняла. Когда мы увидим пожар, надо взять... Когда идет резкий дым, надо взять какую-нибудь тряпку, ее обмочить и вот так вот завязать. Какая ты умница. Ну-ка тебе фишечку. Костя, а как бы ты поступил, если бы у тебя загорелся чайник? Я бы, если бы у меня был бы дома огнетушитель, я бы его взял бы и потушил. А если бы у меня дома ничего не было, я бы позвонил в пожарную, назвал корпус, дом, квартиру, этаж и... Костя, какой ты молодец! Слушай, ты даже... Я тебе 2 фишки даю за такой полный ответ. Держи. Держи. Что-то вы сказали правильно, но не все. Помните, если в доме пожар, на лифте ехать нельзя, только пешком. Любой, кто окажется рядом, сможет вызвать первую помощь, позвонив по телефону 101 или 112. Эти телефоны, кстати, надо выучить наизусть. А на сегодня это все. Я желаю вам успехов и победы. Спасибо, Мария Александровна, да? Наш первый конкурсный день, ребята, подходит к концу. Сейчас самое время подвести промежуточные итоги. Это еще не все задания, которые я для вас приготовила, но я думаю, интересно уже узнать, кто же вырвался вперед. Несите сюда быстрее свои коробочки, сейчас быстро посчитаем. Так, Юля, первая, давай твои считать. Так, здесь вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. У Юли 7, Костя свои, давай. У Кости 8. У Кости. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Костя впереди у нас. Но это еще не стоит. Юле огорчаться не стоит, а Косте еще слишком рано радоваться, потому что еще да впереди не у нас... Не радуешься? Еще есть одно испытание. От того, как вы ответите на мои вопросы сейчас, будет зависеть, как закончится наш сегодняшний конкурсный день. Итак, ребята, за правильный ответ вы получите сразу 2 фишки. Если кто-то вдруг ошибается и поправляет кто-то другой, то получаете 1. Все правильно, Юль, ты говоришь. Итак, первый вопрос. Загадки. Нет, это не загадки, это пока вопросы. Можно ли оставаться в квартире, в которой что-то горит? Первый отвечает Костя. Нет. Нет, правильно, Костя. Держи сразу же тебе 2 фишечки, как и обещала. Юлечка, второй вопрос тебе. Как нужно выбираться из горящей квартиры? Надо взять тряпку, помыть, ну, воду окунуть, вот так завязать,
открыть дверь, выбежать не на лифте, а по ступенькам. Умничка, очень полный ответ. Держи свои честно заработанные 200-ишечки. Третий вопрос для Кости. Костя, внимательно слушай. Кого нужно в первую очередь звать, если случился пожар? В самую первую очередь кого? Пожарных. Ну, так, ты думаешь пожарных. Хорошо, Юль, а ты как считаешь? Я считаю, сначала надо позвать людей. Если ты не знаешь номер, сначала позвать людей, а потом люди позовут пожарных. Правильно, потому что пожарные — это сложно. Вдруг телефона нет дома, правильно, Кость? А так нужно сразу же бежать к соседям и звать. Юль, молодец. Тебе, значит, Костю ты поправляла, тебе даю одну фишечку, Костя, ты в этот раз, прости, не получаешь. Итак, и последний, четвертый вопрос для тебя. Юль, слушай, по какому номеру нужно звонить в пожарную службу? 101 или 102? 101. Умничка, 101. Еще одни две фишки твои. Молодец. Ребята, вы справились с моим заданием, молодцы. Ну теперь давайте еще итоговые уже подсчитаем, сколько у нас фишек в итоге. Все-таки наши все испытания уже на сегодня закончились, и мы должны подвести итог. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И Костины. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. У Кости 11 фишек, у Юли 12. На сегодня все. С небольшим отрывом сегодня победила Юля. Но выводы делать пока еще рано. Так что до встречи, ребята, в стране безопасности. Пока-пока. До свидания.